Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать ажурный листик, который вы в дальнейшем сможете использовать в наборном, гипюрном или ирландском кружевах. Для работы нам понадобится моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с 10 воздушных петель замкнутых кольцом. Выполняем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И замыкаем в кольцо соединительной петлей в нашу первую воздушную петельку. Выполнили. Далее приступаем к выполнению следующего ряда. Выполняем одну воздушную петлю подъема. И в наше колечко провязываем 23 столбика без накида. Раз, два, 3, 4, 5. И так продолжаем до конца ряда. Напомню, всего мы в колечко должны провязать 23 столбика без накида. После того, как мы выполнили с вами 23 столбика без накида в колечко, мы завершаем наш ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Выполнили. Наш с вами ряд завершен, и мы приступим к выполнению следующего ряда. Для этого мы с вами выполняем одну воздушную петлю подъема и далее выполняем арочку из 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Выполнили. Закрепляем нашу арку столбиком без накида. Мы пропускаем один столбик в предыдущем ряду. В следующий столбик вводим крючок, выполняем столбик без накида. Таких арочек из 4 воздушных петель у нас должно быть с вами 5. Одну мы с вами арочку выполнили, еще 4 нужно выполнить. Выполняем 4 воздушных, пропускаем столбик, следующий закрепляем столбик без накида. Это у нас с вами вторая арочка выполнена. Теперь выполняем третью арочку, опять же через столбик. Четвертую выполняем арочку и последнюю пятую. Напомню, из 4 воздушных петель. 4 воздушные, пропускаем столбик, следующий вводим крючок, выполняем столбик без накида. Вот такие красивые 5 арочек у нас с вами получилось. Теперь мы работу разворачиваем. Выполняем одну воздушную петлю. И под арку будем провязывать по 5 столбиков без накида. Под каждую арочку выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили 5 столбиков без накида. И также под следующую арочку 1, 2, 3, 4, 5. Так мы с вами будем обвязывать все наши арочки. Мы с вами обвязали каждую арочку 5 столбиками без накида. И после того, как мы выполнили 5 столбиков без накида в последнюю арку, мы должны с вами выполнить еще один столбик без накида в первую воздушную петлю предыдущего ряда. Наши арочки хорошо видно. Далее мы с вами работу разворачиваем и выполняем 3 соединительные петли. Раз, два, три. При этом мы с вами дошли до столбика без накида центрального, который мы провязывали под арочку. Хорошо видно 5 столбиков под арочкой. И вот это центральный столбик. Мы сейчас над ним находимся. И приступаем к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю и выполняем арку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять же закрепляем эту арку в центральный столбик из 5. Отсчитываем. Раз, два, три. Вот третий столбик. Это наш центральный столбик. Из всех столбиков, провязанных под арку. Выполнили.
таких арочек всего должно быть 4. Первую мы с вами выполнили. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Третью вводим крючок. Выполняем следующий. Выполнили арочку, провязали столбик. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем следующую арочку. Закрепляем ее. Опять же столбиком без накида. И последнюю, четвертую арочку выполняем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, в третий вводим крючок, столбик. И выполняем столбик без накида. Наши 4 арочки готовы. И мы теперь с вами работу переворачиваем. Выполняем одну воздушную петлю. И под арку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее провязываем столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда. И опять провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так мы с вами будем обвязывать каждую арочку и не забываем над столбиком провязывать столбик без накида. Мы с вами выполнили 5 столбиков под последнюю арочку и теперь выполним столбик без накида в первую воздушную петлю предыдущего ряда. Выполнили столбик без накида. Работу мы с вами можем перевернуть. Выполняем теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И обратите внимание, будем провязывать 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Как мы это будем делать? Мы выполняем накид на крючок, вводим крючок в первый столбик без накида предыдущего ряда. Выполняем столбик незавершенный. Далее мы с вами пропускаем 2 столбика в предыдущем ряду. В третий столбик мы вводим крючок, предварительно сделав накид. И опять же выполняем столбик с накидом незавершенный. Далее мы с вами провязываем верхушки наших столбиков. То есть все петли на крючке провязываем вместе. Далее выполняем арку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять выполняем накид на крючок, вводим крючок в столбик, куда мы с вами уже провязывали столбик с накидом, выполняем недовязанный столбик. Опять накид на крючок, пропускаем 2 столбика, в третий вводим крючок и выполняем недовязанный столбик с накидом. Все петли на крючке вместе. Опять выполняем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, накид, вводим крючок в столбик, верхушку столбика, куда уже мы провязывали с вами столбик с накидом. Теперь пропускаем 1, 2 столбика, вводим крючок в третий столбик без накида. Все петли на крючке провязываем вместе. Вот такой интересный рисунок у нас с вами получается. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Мы с вами дошли до конца нашего ряда. Нам осталось с вами немножко выполнить. Выполняем арочку из 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Далее выполняем накид на крючок. Провязываем недовязанный столбик с одним накидом в уже провязанную верхушку. Опять накид на крючок, пропускаем 2 столбика и вводим крючок в воздушную петлю, которая была у нас с вами в начале ряда. Выполняем столбик с накидом недовязанный, все петли на крючке вместе. Выполнили. Для того, чтобы корректно завершить ряд, мы с вами выполняем 1, 2, 3, 4 воздушных, выполняем столбик с накидом в эту же петелечку. Завершили. Давайте посмотрим,
Такой у нас с вами красивый листик получается. Нам с вами осталось выполнить один круговой ряд, и наш листик будет завершен. Как мы с вами это делаем? Сначала выполняем одну воздушную петлю. Дальше под столбик мы провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Выполнили. Теперь обратите внимание, будем провязывать столбики без накида, захватывая и столбики под крайнюю арочку. Всего мы под эту арку будем провязывать 3 столбика без накида. Вводим крючок под арку, обхватив столбики, мы провязываем. Раз. Столбики немножко подтягиваем. Два. Три столбика без накида. Обвязали. Вот так у нас интересно и красиво с вами получается. Дальше в наше колечко, которое мы обвязывали столбиками без накида, верхушку каждого столбика мы будем провязывать. Провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выполнили. И теперь сделаем хвостик нашему листику. Выполняем 7 или 9 воздушных петель. Количество воздушных петель вы можете регулировать самостоятельно. Я выполню 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнила. И теперь, выполняя одну воздушную, ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю соединительную. Так я буду выполнять соединительные до того момента, пока у меня не останется совсем воздушных петель. Все они будут провязаны. Выполнила. Вот такой у нас хвостик уже с вами получается. Дальше я выполняю соединительную верхушку столбика нашего без накида. И продолжаю вязание. Выполняю столбики без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И осталось нам выполнить последний столбик без накида. Провязали. И теперь мы точно так же, как и с противоположной стороны, провязываем 3 столбика без накида под арку со столбиками. Чуть-чуть подтягиваем наши столбики, выполняем. Раз, два и последний, третий. Провязали. Далее мы вводим крючок под арку из 7 воздушных петель и провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнили. Теперь над 7 столбиком мы выполняем с вами пико из 3 воздушных петель. Раз, два, три. Вводим крючок в верхушку столбика, захватываем боковую нить и выполняем соединительную. Пико готово. И теперь провязываем еще 3 столбика без накида. Раз, два, три. Выполнили. Мы с вами обвязали край нашего листика, крайнюю арочку точнее. И теперь продолжим обвязывание следующих арочек. Для этого мы выполняем 4 столбика без накида. Один выполнили уже, следующий выполняем. Раз, два, три, четыре. Над четвертым выполняем пико из 3 воздушных петель. И далее опять выполняем 3 столбика без накида под эту же арочку. Выполнили. Вот такая у нас обвязочка. Давайте еще одну арочку обвяжем. Раз, два, три,
4 столбика без накида, пико из 3 воздушных петель и 3 столбика без накида. Раз, два, три. Так мы с вами будем обвязывать все наши арочки до конца ряда. Мы с вами обвязали все наши арочки. И теперь давайте завершим наш ряд. Мы обвязали последнюю арку. И для того, чтобы завершить наш круговой ряд, мы пропускаем воздушную петлю, вводим крючок в верхушку столбика без накида, выполняем соединительную ниточку, немножко подтягиваем. Все, наш с вами ряд завершен. Листик мы с вами выполнили, мы его немножко поправляем. И вот у нас с вами такой красивый ажурный листочек получился. Давайте посмотрим, как он с изнаночной стороны смотрится. Листик у нас получился с вами двусторонний. Вы можете его использовать как в нем, можете использовать как лицевую, так и изнаночную сторону. Это очень удобно, когда вы делаете кружева. Творческих вам успехов!